субботу сохранится жаркая погода, но синоптики обещают нам небольшой дождь. 4 августа в Сарове облачно с прояснениями. Утром плюс 18, днем воздух прогреется до 28 градусов тепла. Вечером возможны осадки плюс 19. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде в течение дня велика вероятность дождя. Утром плюс 19, днем столбики термометров поднимутся до плюс 25, ночью плюс 18. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В столице переменная облачность. Утром плюс 17, днем пройдут дожди, плюс 28, ночью плюс 20. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.